В рамках сотрудничества между ООН, нацкомпанией «Астана-Экспо-2017» и АО «Казпочта» со 2 ноября в отделениях национального почтового оператора стартует продажа билетов на международную специализированную выставку «Экспо-2017». С сегодняшнего дня приобрести билеты на «Экспо-2017» можно в 30 почтовых отделениях, по 2 отделения в каждом областном филиале. А с 1 декабря текущего года во всех автоматизированных отделениях «Казпочты». В Актюбинской области билеты реализуются в городском почтовом отделении номер 6 по улице Айтекиби-50. И в отделении номер 10, которое находится в здании областного акимата. Продажа билетов будет осуществляться вплоть до последнего дня работы выставки 10 сентября 2017 года. Международная специализированная выставка «Экспо-2017» пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года. За 93 дня ожидается порядка 5 миллионов посещений, 85% из которых будут жители республики, передает пресс-служба «Казпочты». Операторы почтовых отделений будут оформлять электронные билеты через официальный сайт по продаже билетов на «Экспо-2017» tickets.expo2017astana.com. Билеты будут продаваться как с фиксированной датой и можно с открытой датой. С фиксированной датой в будние дни стоимость по 4000 тенге, в выходные дни по 6000 тенге. А если с открытой датой, то в будние дни по 6000 тенге, а в выходные по 8000 тенге. Если клиент решил переиграть, вернуть билет, он может именно где приобрел билет, туда прийти и сделать возврат билета. Во всех отдаленных районах есть почта, где есть автоматизация, то есть интернет. Мы там будем продавать эти билеты.